Всем привет, друзья! С вами Городничок Александр. Сегодня в нашей программе мы научимся возвращать руки к голове после нанесения атаки. Ведь частая проблема у ребят, после того, как они нанесли атаку, они возвращают руку не обратно к голове на защиту, а немного ниже. И опытные ребята этим пользуются. Для того, чтобы меньше пропускать, давайте посмотрим, как научиться возвращать руки к голове. Итак, друзья, задача заключается в следующем. Напарник выставляет мне одиночные удары, после чего отдает мне в среднем темпе, увеличивая скорость обратно по голове. К примеру. Итак, друзья, сейчас усложняем. Напарник выставляет двухударные, и после каждой двухударной он мне отдает удар. Ну а дальше усложняем. Работа произвольная. Напарник выставляет то, что он хочет, и отдает удар тогда, когда он захочет. Друзья, не забывайте, что после каждого вашего удара руки должны возвращаться к голове. И когда вы принимаете какие-либо удары на голову, на подставку, нужно кисть немного сгибать, упираться фалангами пальцев себе в район брови, значит, и делать вот такую амортизирующую зону. То есть немного подгибать кисть и принимать, значит, по мере сопротивления удар. Друзья, запомните, защиты лишней не бывает. Поэтому обязательно пробуйте, тренируйте такие упражнения. Ну а также, если вам интересно потренироваться в Таиланде, обязательно посмотрите ссылку в описании под этим видео о спортивных турах в Таиланд. Ну а для тех, кто хочет такие же перчатки с самураями, смотрите ссылку в описании под этим видео. Ну а если вам понравилось видео, лайкайте, комментируйте, делитесь этим видео с вашими друзьями. А самое главное, подписывайтесь на мой канал. С вами был Городничок Александр. До скорых встреч!